Аксуатский район области Абая на традиционные конные спортивные соревнования приехали не только наездники из Казахстана. Бороться за звание лучшего в дистанции на 140 километров приехали всадники даже из ближнего зарубежья. О зрелищном национальном виде спорта байге расскажут мои коллеги. В 4 часа утра стартовали уникальные масштабные конные скачки на дистанцию 140 километров. Непростая трасса и погодные условия создавали немало препятствий. Всадники двигались по маршруту от Аксуатского района до села Акпын. Наездник из Катон-Карагая на своем скакуне Тарпани финишировал первым, преодолев дистанцию за 7 часов 12 минут. Работали потихоньку, вот так приготовили. Но ехали сзади в основном всю дорогу. Чисто здесь уже в конце догонять начали уже. С каждым годом в Казахстане возрастает интерес к национальным видам спорта. Как отмечают эксперты, чтобы достичь победы, важна подготовка не только лошади, но и физическая выносливость и ловкость самого наездника. Именно такой симбиоз позволяет добиться победы. Мы тренируемся и летом, и зимой. Именно благодаря постоянным тренировкам и работе удается добиться успеха. Это очень важно. Казахские лошади очень сильные и выносливые. Они хорошо подходят для верховой езды и могут с успехом преодолевать большие дистанции. По условиям гонки каждый наездник должен быть старше 18 лет. Мы создадим федерацию конного спорта, будем участвовать на законных основаниях, дисциплинированно. Наша основная работа – обеспечить безопасность и дисциплину и определение победителя. По словам организаторов соревнований, байга – самый зрелищный и уникальный из национальных видов спорта. Многие знают про арабских и английских скакунов. Наша цель – популяризировать казахстанских скакунов, ведь они не менее выносливые, грациозные и сильные. В них живет дух кочевника, ветер степей. Эти кони выращены на степном раздолье. И чтобы показать самобытность и зрелищность байги, мы организовываем такие мероприятия. Победителем грандиозной и зрелищной скачки стал житель Катон-Карагая. Второе место завоевал наездник из города Алматы. Третье досталось всаднику из Аксуатского района. Все победители были награждены денежными премиями. Ирина Санникова, Гульдана Айдар, Ерсен Сатыбаев, Алтай Акпарат.